Едим бургер на 20 тысяч килокалорий. Если мы его не съедаем, нам сбьют по заднице. Ё-моё. То есть у нас суммарно 80 тысяч плюс килокалорий. Unbelievable. Бедная моя печень с поджелудочной. Амирану понравится, точно. Да, вот и, конечно, меня публично отшлёпают. Наверное, вам мерзко, ребята. Извините, нам очень вкусно. Я просил отшлёпать как можно жёстче. Мадам и месье, let me le plaisir. Валерию. Добро пожаловать в клинику калорий. Вегас, да. Прикол в следующем. Смотрите, здесь есть весы. Пойдем. Я вешу 330 паундов. В одежде не суть. Мы заходим в это заведение, едим бургер на 20 тысяч килокалорий. Если мы его не съедаем, нам сбьют по заднице. Там такие девушки, я не съем специально. Да будет челлендж, господа. Кому? Сперва меняем халатик. Смотри туда. Нужно съесть. Если ты его не съедаешь, тебя просто грязно шлепают по заднице. Грязно, развратно, с голыми грудями. А эти девушки? Тут выбор такой, либо не ударить грязь лицом, либо сиськи. То есть ты беспроигрышное положение. Пойдем. Максимум. Максимум. И все люди смотреть будут, да? Охуенно. И, конечно, меня публично отшлёпают. Я верю, что... Господа, леди и джентльмены, любители пожрать и, да, и попороться. В смысле, хорошо. Это мы. В общем, делюга такая. Бургер 20 тысяч килокалорий. Бургеров 4. Тот, кто не съел бургер, получит по заднице. Порится. Порится. В прямом смысле слова. Да. Джессика? У нас будет пороть Джессика. Вот такая. Я бы и дал себя пороть. А можно, там есть еще рыженькая девушка такая. Мы можем попросить? Да. Я попрошу, чтобы вас он выбрал получили. Самую толстую просто из всех, кто будет. О вкусах не спорю. Вася сказал так, как будто я тебя оскорбил. Я комплимент тебе сделал, он выбрал самую толстую. Я просто работаю с разными категориями, я научился правильно... Хорошее тренирование. Да, ко всем. Хочешь, чтобы она кардио сделала на твоей заднице. То есть бодипозитив. Весь бодипозитив пишем Валерии. Ты каких любишь? Блин, которые меня любят. Всем рад. Ну, а мне всех оставшихся. Знаешь, вот иногда секс был офигенный с теми, кто не в моем вкусе. И мне так нравилось, это так расслабляло. И они еще посуду моют, и дом убирают, и стараются. И... Да, черт побери. То есть у нас суммарно 80 тысяч плюс килокалорий. У них тут даже как будто жопы определенно одинаковые формы принимаются. Просто на всех смотришь, вот примерно одинаковая форма становится из-за того, что, видимо, либо еда такая, либо планка такая, все хотят, знаешь, примерно такую жопу. Очень странно. Место называется сердечный приступ гриль, если привести на наш Heart Attack Grill. Они нормальные такие. А сколько раз так, кстати? Я попрошу, чтобы побольше. Мне кажется, это может чуть-чуть даже оставить... Хорошее воспоминание. А вот есть еще такая. Тут вообще полный ВДС. Поуже вот есть. Ой-ой-ой. Амирану понравится, точно. Дядя вот это... Амиран, смотри. Давай, подставляй жопу. Серьезно? Да. Давай теперь я тебе! Слушай, вот это самое большое. Мне шрам останется. Вот это не будет больше, кстати. Ты правда? Давай тебе. Вот, блядь. Какая-то команда БДСМ-чиков, да? Военные, я не играю в машины. Ё-моё. По городу 20 тысяч килокалорий. Do you have someone who eats this? You want to say like 1 in 30 people. 1 of 30. Time limit? No time limit. А каждый 30-й сможет. Когда подгазнется, замигает из окна, глаза подгазнется. Амира, не ешь картошку, оставь место. Unbelievable. В общем, мы начинаем, ребят. Ничего сложного, двадцаточка, килокалорий. Young niggas can't play no games, pretty niggas can't play no games with you. Бедная моя печень с поджелудочной, с подселезенкой, со всем чем можно. Блин, это еще и вкусно ко всему. Представляю, каковы козья сейчас. Просто снимать. Мне потом остынет вообще. Я сделал это быстро. Сейчас я съем все, кроме хлеба. Но все равно выпарит. Это хорошо. Это получается, и рыбку съел, и отпоролся. И отпоролся, да. Вот как в Америке живут. Вот как спортсмены отдыхают. Спортсмены вот так питаются. Ты имеешь в виду тех, кто на диете? Бодибилдеры. Не тот вы спорт выбрали, ребят. Не ту жизнь вы выбрали. Совсем жестко, да? Блин, нормально. 20,000 calories.
Oh my goodness. Она сказала, ты уверен, что ты это съешь? Я говорю, да, вот мой тренер здесь, мне помогает. Я говорю, после этого я не могу ни на какое свидание идти. Вот это аппетит. Амиран потренировался, теперь хаваем, да? Бургер. Нормально. Белок нужен? Да. Наверное, вам мерзко, ребят, извините. Нам очень вкусно. Слушай, лучок так добавляет, да, прям кайф. Коль, это так вкусно, ёбнуться можно. Ты нормально? Чувствую, что так разогреваться начал. Ой, дядя Амират. Так можно посидеть чуть-чуть, никто не гонит. Да, тут же не на скорость. Да, да, и... Давай часик поболтаем, потом пройдем. Кирилл, он сейчас уже в Думане. Нелегко. Нелегко, да? Я наелся. Все, что дальше, это уже... Это сила воли. Я все. Мы же через край идем. Заказывайте мою жопу. Покажите жопу Амирана лайком. Можем, не сдаемся, дядя Амиран. Удиви, как ты сегодня со штангой. Со штангой я даже себя удивил. На самом деле у девочек такая адская работа, которая обслуживает. Есть позитивное настроение, и быть френдли, и куча заказов. Еще шлепать извращенцев всяких. Thank you very much. Appreciate it. Всех реально круглые попки. Я вот реально чувствую, как давление поднимается. Тепло. Я как будто сижу в бане сейчас. Мы же не будем считать лук. That's it. Oh, he's a man. He's the man. Я попросил отшлепать как можно жестче. Вот на все, что есть. На все. Амиран, готов? Да. Охренеть! Все. Давай ты теперь, брат. Пусть это better. Реально это же больно? Да. Show me the best. Show me the best. Годы тренировок. Такой резкий противный удар, блин. Горячо прям. Напрягал? Нет, я расслабил. Я последний раз не напряг, и мне нормально втекло. А я не ожидал, я смотрел на парней, короче, они смеются, знаешь. И в этот момент меня ударили, и мое лицо, и они, короче, угорали. Они такие, сегодня я потерял шлепательную детственность. Никогда никому, ни за что. Я тебе клянусь, ни разу в жизни. Нет, меня били жестоко, меня не шлепали. Особенно брат старший. Спасибо ему за это, человека вырастил. Но здесь не западло, здесь с пацанами. Что поделаешь, такое племя у них здесь, такие нравы. В общем, итог. Я съел, но братву нельзя бросать, поддержать надо было. Поэтому встал в ряд. Налобное место здесь, мы местное. Да. И шлепнули меня. Ничего не болит. Качайте булки, напрягайте, и ничего не будет больно. Ты как, Валер? Я отлично, и только не знаю, как так получилось, у нас лучшая шлепательница попалась. Джессика, я сейчас покажу вам Инстаграм, подписывайтесь на нее, просто прикольно. Да, давайте, а давай пусть они что-то напишут, ей да, интересно. Напишите, чтобы она потом через переводчика переводила. Пусть напишет, а шлепа меня тоже. Да, смотрите. Easy going jazz. Да. Накидайте ей респекта. Да. Я вам объясню, почему это было не западло, чтобы нас отшлепали. Красивый пупок опять. Видишь? Пупич. Все решает. Пупец. На украинском пупец. Красивый пупец заряжает пупец. Пойдемте взвесимся, сколько мы добавили. Кстати. У меня было 329-330. 3 паунда. О, я добавил 4 паунда. Перевесил меня.